В чем секрет 47-летней Лури Шу, женщины, отменившей старение? Перед вами дизайнер из Тайваня Лури Шу. В свои 47 лет она выглядит как девочка-подросток, и это не просто так. У нее, конечно, есть свои секреты, которыми мы с вами сегодня поделимся. Среди правил, которых она придерживается, есть и совсем неожиданное. Например, она считает, что бег – это вредно. Смотрите до конца, и вы узнаете почему. Слава обрушилась на Лури Шу внезапно. Несмотря на то, что девушка с юности занимается дизайном одежды, известно ее сделали немодные наряды. В 38 лет Лури завела страничку в Инстаграм и начала наполнять ее стильными и продуманными образами. Но большинство заглянувших в ее профиль не придавали значения одежде дизайнера. Куда больше их впечатляла ее феноменальная внешность. Когда подписчики Лури по фото, дававшие ей не больше 18 лет, узнавали ее истинный возраст, они испытывали глубокое недоумение. Ее заваливали логичными вопросами. Вы спите в холодильнике? Как вы отменили старение? Что позволяет вам выглядеть на 18? Под напором дикого любопытства девушка, конечно, сдалась и рассказала, в чем же ее секрет. Многие ожидали услышать про волшебные таблетки, мистические ритуалы или инновационные пластические операции. Но во всем этом не было и дольки правды. Итак, что же позволяет Лури Шу оставаться неприкосновенной для старения и выглядеть настолько юной? Сон. Жительница Тайваня спит не менее 9 часов в сутки. Все просто, во сне организм восстанавливается и омолаживается. Питание. Каждое утро Лури выпивает чашку черного кофе, в которой нет ни грамма сахара и молока. Она признается, что напиток пробуждает ее кожу. И действительно, кофеин отодвигает процесс увядания. Это доказано учеными. За день девушка выпивает и 2-3 чашки зеленого чая. В нем много антиоксидантов, которые защищают наш организм от негативного влияния свободных радикалов. Дизайнер не употребляет в пищу мясо, а клетчатку и белки берет из овощей и фруктов. Если быть совсем уж честными, то пищу животного происхождения Шу все-таки себе позволяет, но лишь изредка. Возможно, именно это дает ей силы не сорваться и не бросить вегетарианскую диету. Как и многие, кто выглядит моложе своих лет, Лури сводит к минимуму употребление сахара и жирной пищи. Важно, что уникальная жительница Тайваня позволяет себе алкоголь лишь по праздникам, да и то совсем немного. Это видно по свежести ее лица. Обязательный пункт в распорядке дня Лури – выпить достаточное количество питьевой воды. А сколько литров воды выпиваете в день вы? Поделитесь в комментариях. Вернемся к нашей героине. Не только пища и вода сохраняют ее молодость. Она обогащает свой организм коллагеном и витамином С в виде специальных добавок к рациону. Уход за кожей. Как несложно догадаться, Шу тратит много времени и сил на уход за кожей. В интервью для журнала «Дизайнер» поведала, что ни один из ее дней не обходится без увлажняющих средств. Она балует ими кожу несколько раз в день. Еще один способ сохранения молодости кожи Лури. Каждый из нас прекрасно о нем осведомлен, но многие его игнорируют. Шу не позволяет себе выходить из дома, пока не нанесет солнцезащитный крем. Фотостарение – вещь беспощадная. Солнце может превратить нашу кожу из персика в сухофрукт. И Лури Шу не только прекрасно об этом знает, но и предпринимает необходимые меры для защиты от ультрафиолета. Генетика. Конечно же, сохранение молодости – это заслуга не только самой Лури Шу. Большую роль играет и генетика. С ней девушке очень повезло. Все члены ее семьи по женской линии выглядят до неприличия юными. У Лури есть 2 сестры, каждая из которых производит впечатление подростка. А ведь им за 40. Что уж говорить о сестрах, взгляните на мать Шу. На фото даже сложно понять, кто мама, а кто дочь. И это невероятно. Кстати, именно мать модельера приучила ее к здоровому образу жизни, а Лури, в свою очередь, показала хороший пример своим сестрам. Все родни Лури дали интересное прозвище – семья с замороженным возрастом. Тренировки. Конечно же, куда без них. Модельер не пренебрегает ежедневными походами в спортзал. Она уделяет время пилатесу и растяжке, так как считает, что залог невыдающей молодости – гибкий позвоночник. Утро девушка начинает с легкой гимнастики, а иногда оздоравливает тело с помощью плавания.
Фитнес-клуб Шу навещает трижды в неделю. В нем девушка выполняет силовые упражнения, не обходится и без кардиотренировки, которая отлично дополняет здоровый образ жизни. Кардио оптимизирует работу организма и сжигает большое количество калорий. Но, как мы упоминали в начале, дизайнер избегает популярного во всем мире занятия бега. Все дело в том, что чрезмерные нагрузки, без которых не обходится бег, по мнению Лури, пагубно сказываются на мышцах лица. Те могут попросту обвиснуть. Следовать этому правилу или нет, решать, конечно же, вам. Но в любом случае полезно знать и про такую точку зрения. Периодически Шу прибегает к занятиям йогой. Активный образ жизни – это то, к чему вечно юная Лури стремится всегда. Надеемся, вы примете к сведению правила, которым следует неувядающая Лури Шу, и сделаете шаг, а может даже и не один, навстречу здоровью. А молодость и здоровье всегда идут рука об руку.